В Новгородской области работает делегация министров образования из разных регионов страны. Обмениваются опытом, изучают наши наработки. Сегодня посетили Центр опережающей профессиональной подготовки. Новгородская область – одна из первых, где открылся Центр опережающей профессиональной подготовки на базе строительного колледжа. Больше всего гостей заинтересовала аудитория с VR-технологиями. А коллеги из Башкортостана даже решили опробовать новое оборудование в действии, что оказалось непросто. В нашем субъекте также в этом году открывается Центр опережающей профессиональной подготовки. Поэтому нам здесь особо сегодня интересно находиться. Мы видим, что современная техника, современные подходы к образовательному процессу. Понимаем, что наши уже школьники фактически погружены в VR-пространство. Гостям из других регионов показали также мастерские и компьютерный класс, где проходят переквалификацию люди старше 50 лет. И рассказали, как Центр опережающей профессиональной подготовки позволит развивать строительную отрасль в регионе. Работодатели не всегда довольны качеством подготовки студентов. Говорят, что очень часто студентов учат технологиям, которые уже являются прошлым днем. То вот непосредственно в ЦОПе у нас ситуация кардинально противоположная. Мы начали развивать направление по BIM-технологиям. Эти цифровые технологии в Новгородской области еще не внедрены в строительных организациях, а студенты уже обучаются на них. Это значит, что очень скоро новое оборудование придется приобрести и на производстве. После осмотра центра делегация направилась в Валдай, где пройдет трехдневное обучение, направленное на развитие сферы образования.